Так, ну что, у нас тут намечается творческий мир снова, творческая карта. Я бы хотел поиграть в выживание, но там недостаточно долго придется нам гонять, да? Ну, я прежде всего хотел сделать тут кое-что интересное, хотя вообще не интересное, не особо интересное. Так, давайте, знаете, ой, темновато здесь. Ну ладно, давайте сделаем так, так. Вот так мы будем делать второй этаж. Точнее, мы не будем делать второй этаж. Нет, просто. Мы будем. Да, мы будем отгораживать, короче. А вот эти вот блоки, вот эти каменные, я прочитал, что там написано. Резной камень, кирпич с монстрами, да? Понятно, что это за твари были. Вот до сих пор кто-то пердит, я слышу, шипит. Наяривает там, да? Ну кто это? Ну опять, ну кто там чихает? Харе. Ребят, ну что такое? Что за дела, дорогие мои? Все, отлично. Ну, вообще не все, но я имею в виду то, что давайте делать вот так. Вот так, раз, 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 раз. Очень, ну, достаточно относительно недолгая работа. По сравнению с постройкой Эйфелевой башни, да, там какого-нибудь гигантского замка, это полная ерунда. На самом деле, здесь нет ничего такого долгого, просто немного башка может закружиться от такого. Ну, можно сменить обстановку так как-нибудь. Хотя нафиг. Шифтом опустимся и вот так вот доделаем. Ну, тут немножечко уже осталось. Все уже, уже наши стены сужаются и... О, у меня стены сужаются. Ну, примерно то же самое происходит 1 января. На самом деле, не понимаю. Что там про этот 1 января все говорят так часто. Так, ну что, так, вот собственно и все. Давайте теперь сделаем лесенку. Да, давайте. Я даже не знаю, как мы ее сделаем-то лучше. Темно стало, темно, надо. О, по-любому сейчас окна мы сделаем. Я недолго тут поиграю, наверное, да. Так, давайте введем поиск лестниц. Какую лестницу? Сделать лучше вот такую, как вы думаете? Давайте сделаем такую. Я на самом деле ее не хотел делать, честно вам скажу. Поставим пока что на место. Я хотел... Так, саженец. Сейчас мы его высадим. Так, на место... Так, вот сюда. Так, что там за яйцо было? Мухомор. Так. Давайте вот так. Делаем две лестницы. Не знаю зачем. Ну, просто чтобы пошире было. А, честно говоря, я бы даже сломал еще чуть-чуть. Да, вот так. Нормально? Пробел надо нажимать. Я не... А, подожди, я летаю. Стоп. А, пробел не обязательно нажимать. Ну, допустим. Так, дальше. Тут, по сути, нужно делать комнаты. Хорошо, давайте сделаем сначала окна. Да, так, нет. Сначала нужно комнаты. Комнату отделить. Ну, к примеру, давайте... Я не знаю, санузел. Так. Так. Как бы тут сделать? Чтобы придумать какую-нибудь большую, может быть, просто огромную вот тут отделить, к примеру, да, вот так вот. Нет, это не огромная, это маленькая. Ну, к примеру, я не знаю. Ну, допустим, вот тут вот. Вот так, да? А это... Это что? Это у нас будет для лестницы вход. Да, то есть... Или нет, или не то что-то. Нет, что-то не то. Надо что-нибудь придумать. На самом деле, наверное, дом достаточно небольшой для создания каких-то комнат. Ну, хотя хрен знает. Так, ну что, вот, к примеру, входим мы, да? Мы такие входим. И что мы видим? Мы видим... Давайте вот здесь. Вот так, наверное. Может быть, так? Как вы думаете, вот если я сюда... Не, это бред. А, может быть... Может быть, все-таки... Вот сюда. Оп, вот таким вот образом. Конечно, это все странно выглядит, но ладно, допустим. Будем тренироваться, да? Черт, я сам себя замуровал. Аспид. Демоны. Так. Сделаем, пожалуй, вот здесь вот дверку.
Блин, темнеет, однако, уже потемнело. И вот тут вот мы сразу делаем факелы, которые мы не будем убирать отсюда. Вот это мы уберем, к примеру, да? А эти не будем убирать. Да. Теперь, что мы... Да, мы дверку открываем. На самом деле очень узко. Давайте еще одну. Да, вот так вот лучше. Насчет вещей всяких, кроватей, я не знаю, где их тут взять. Что-то я их не нашел в меню. Тут вообще, по-моему, нет никакого шматья, кроме какого-то стола для зачарования. Вот, поэтому я не знаю. Может быть, их скачивать из интернета надо. Все время меня это бесило. Ну, все время что-то надо скачивать. Подожди, я зачем его сломал? Я просто не... Так. Всякие дополнения там эти обоссанные, да? Или кому-то они не обоссанные. Нормальные. Так, ну вот, собственно, и все. Да. Ну, сюда явно не помешало бы что-нибудь. А это что у нас тут? Еще бы пол сделать какой-нибудь глиняный, да? Ну, подумаем потом. К примеру, вот так вот мы выходим. И у нас здесь некая построечка. А, надо обязательно окна сделать. Так, факелы, факелы, факелы. Думаю, куда-нибудь вот сюда еще один поставим. Ну, да. Может быть, ну и в уголок еще. Ну, мы по плюс еще окна сделаем, но в ночь от окон будет мало толку. Поэтому, так, далее, что? Что мы сделаем далее? Странное такое, какое-то жилище получилось. Достаточно странное. Ну, можно сделать коридорчик. Типа такой, да? Сюда, к примеру. Вот, и... Ну, может быть. Так, а тут-то что? Типа того, что ли? Ну, давай, типа того. Вот так. Давай-давай, потихоньку. Потихоньку-помаленьку мы наберем каркас. Мы наберем массу. Мышечную массу. Так. И вот эту массу тоже. Вот тебе, пожалуйста. Видите, как темно вообще стало? Там внутри. Так, ну-ка давай. Подлетаем немножечко. Так. Ну давай, давай. Чуть-чуть еще осталось. Угу. Ну, отлично. Хотя ничего отличного, в принципе, не вижу тут. Сделаем вот так. Достаточно узкий проход получился. Не, вот так. Да, сюда дверь зафигачим. О, нормально. Супер, блин. Да, комната для каких-то для каких-то одиночек. Такие, приходишь сюда один, да? Да. Так, иди сюда, давай факел еще один. Давай плюс еще окно сделаем. А, отлично. И возьмем здесь окно. Че, нельзя, что ли? Ну, стекло давай. А вот это? Строительный блок. Куда его? На место чего? Ну, давай сюда поставим. Так. Так, восьмерка. Ну, вообще на окно вроде похоже, да. Это типа окна. Ну, здесь еще сделаем окошко. Да кто трещит? Это они трещат, эти кубики. Они меня достали уже. Я на них сейчас... Ладно, не буду говорить, что я с ними сделаю. Так, давай сюда теперь. Я вообще не считаю, говорит, 100 раз отмерь там, да, но я не считаю, через сколько кубиков я это сделал. Допустим, здесь 2, а здесь... А, ну, в принципе, как раз подходит. Нормально. Крутачок. Да, иногда видел работу в интернете из этого Майнкрафта. Я, конечно, офигевал. Блин, реально. Блин, что у меня с голосом? Оу, е. Да. Оу, е. О, все вроде нормально. Итак, значит... Блин, нет, не нормально, что у меня с голосом. Ладно. Что это было? Кто-то опять что-то в унитазе смыл. На самом деле, я видел много работ, и какие-то они сложные реально. Так, почему здесь не работает Ctrl-Z? Ладно. Какие-нибудь там башни гигантские строят. Я не знаю, я думаю, зачем они это все делают? Это же так долго. И за это им бабла не заплатят. Так, может быть, с окно в соседнюю комнату?
Ну вот, собственно, и все. Вот наш супердом. Я бы еще вот здесь вот везде факелы наставил. Но тут посередине не получится. Может, надо... Нет, тоже не то. Вот. А, у нас же еще второй этаж, точно. А, Ctrl, по-моему, ускорится, да? Подожди. Или нет? Да, ускорится. Ctrl — это бег. Здесь нет ускорения. Ну, просто залетим тогда. Во, отлично. А тут реально уже темновато. Ну, давайте сделаем вот здесь вот окошечко. О, слушай, сейчас свет идет все-таки с ночи-то. Просто, да, тускло, но все равно свет как-никак есть. А, давайте вот тут окно не в тему. Ну, повыше чуть-чуть его сделаем. Правда, на него нельзя будет посмотреть. Вот так подпрыгнуть только. И как-то несимметрично. Ну, ладно, подумаем. А, теперь я бы сделал куда-нибудь факел. Ну, давайте вот сюда. Вот сюда. Где он там? Он не в конце. Ну, давайте сюда куда-нибудь. Так, теперь напротив друг друга. Блин, как... Вот здесь, да? А, вот тут, наверное. Но не суть, не суть, не суть. Особо не надо заморачиваться. Третий вот сюда. Так, далее. Все, я бы сюда... А, здесь будет шматье всякое лежать. Сюда бы для крафта что-нибудь поставил. Ну, типа этот сундук. Где он этот? Вот. Раздатчик. Слушайте, а тут есть какой-нибудь магазин? Не знаю, нет? Как этот? Верстак называется? Верстак. Декоративные блоки. Так. А как его? Раздатчик какой-то? Сейчас глянем, что это такое. Блин, что ты делаешь? Не, надо было его не сюда поставить. Давай еще раз. Раздатчик. Вот он на место стекла. И верстак. Вот он. Куда я? Вот сюда, допустим. Отлично. Так, теперь смотрим, что это за хрень такая. Завались, пожалуйста. Я бы туда в угол поставил. Ну ладно, допустим. И чё это такое? Типа метод какого-то некого крафта, что ли? Фиг его знает. Может, тут шматьё можно крафтить? Это прикольно было бы. Так. А это что такое тут? Дубовые доски. А, вот, колесико можно, нормально. Ну, здесь тоже. Не знаю, ладно. О! Ну-ка, если вот так. Во, нормально, желтое окошко. Ну, прикольно. Как раз рассвет. Наблюдаем из своего супердомика. И я бы, знаете, выход на чердак бы сделал еще как-нибудь. Прикольно было бы. Ой, на чердак, на крышу. Не знаю. А, да, мы же еще вот что хотели. А, сейчас как бы отсюда выйти-то. Давайте вот что сделаем. Блин. Как выйти? Ну ладно. Не, я просто хотел ничего не разбивать. Думал, может быть, какой-нибудь выход реально придумать интересный. Можно, кстати, еще какой-нибудь подкоп сделать. Так, солнышко встает. А, да, я хотел... Ну да, надо было оградить весь дом некими вот этими вот штучками. Так, типа вот... Типа вот... Типа так, так... Ну, дальше так, соответственно, так. Так. Ну, вот, вроде типа того. Не знаю, зачем это надо. Ну, вроде что-то типа того. И также, я думаю, наверное... Так, с факелами мы сейчас их чуть-чуть сюда поставим, поближе. Да, супердом. Далее. Еще будут здесь где-нибудь окошки, может, делать. Подожди, а там факелы, походу, да? Да, был, по-моему, факел, который я раздолбал. Да. Или он нафиг не нужен, как вы думаете? Лучше факел, нет? Фиг знает. Так, я вообще стекло куда-то против... убрал. Вон, голубенькое. Или белое. Давай белое пока сделаем. Белое стеклышко. Так, и... А, ёкарный карась. Березовые доски. Блин, а какие? Дубовые, по-моему, я использовал. Сюда давай. По-моему, дубовый, да. Дубовые досочки.
Ауе, детка. Ну что, пипетка. Давай. Сюда. И вот сюда. Да, супер-мега-класс. Блин, вот чего-то не хватает. Сюда, что ли, окно сделать? Так, ну тут нужно окно... Нет, окно нет. Стекло надо ввести. На место лестницы. Давай вот так замутим. Подожди, а это что такое? Что-то не то. Вот, это тема нормальная. Так, и один раз вот так отступаем. Ну, типа того. Сойдет. В принципе, дом-монстр. Прям. Да, ну еще с этой стороны надо замутить что-нибудь. Типа того, сейчас мы... Так, сейчас мы сделаем вот чего. Сюда мы это сделаем. И... Так, опять факелы сносим. Раз, раз, раз. Интересно, а эти все мои действия, они автоматически сохраняются после каждого клика? Не, мне кажется, их надо так. Вышел, сохранил, типа того, да? Отлично. Скоро буду очень все это быстро делать. Так, а тут у нас лестница. Но мы сделаем что-нибудь с окнами. Ну вот, наш супердом готов. Еще в нем надо какой-нибудь бункер сделать. Погреб, типа, да? А, подожди, вот тут не хватает. А, ну тут у нас не получится, наверное. Ну ладно, допустим. С внешней стороны, может, он не очень. Да, тут 4 окна, там 2, шикарно. То, что тут коридорчик такой. А, я бы еще, ну, сад, я думаю, какой-нибудь. Вот это что такое, саженец акации. Вот эта трава, и дофига тут вообще. Сюда давай. Расти, он будет расти? Наверное. А, мне бы еще цветочки всякие. Типа вот это, да? Мак. Хочу мак. Хочу мак! Хочу мак! Так. Где мак? О, как я буду рад каждый день вставать с утра. Просто наслаждаться этим запахом. Ой, ну, красный как-то очень контрастно смотрится, наверное. Ну да ладно, пофиг. О, цветочки. Я бы тут еще вот такую поляну расфигачил. Огород бы... А, это что так? Подожди. Это они из-за чего разрослись? Это из-за меня, нет? Как вы думаете, почему? И вроде их не было тут до этого. А это что такое еще? Пожрать что? Древесина, акации, что-то тут. Кирка, хлебушек. Ну, спасибо. Реально, смотрите, мне такое чувство, что это все разло... Нет, мне, наверное, глюч тоже просто. Тут все так и было, наверное. Или мне кажется, подожди. Я же не хочу, зачем мне столько? Какого хрена? Ладно. О, кони там пасутся. Ну ладно, все, короче, давайте, всем пока. Наверное. Посмотрим, что у нас там дальше будет.